Универсальная двухскоростная соковыжималка Philips HR1858 мощностью 650 Вт оборудована системой прямой подачи сока и системой автоматического выброса жмыха. Сетка центрифуги выполнена из нержавеющей стали, корпус из пластика. Сверху располагается увеличенное загрузочное отверстие для большей производительности и эффективности работы. Диаметр 75 мм. Спереди носик и емкость для готового сока. Объем 1,25 литра. Сзади съемный контейнер для мякоти объемом 2 литра. Шнур длиной 1,2 метра располагается сбоку, а значит возможности регулировать его длину нет. С двух сторон расположены фиксаторы крышки. Это система защитной блокировки. При дефиксировании соковыжималка автоматически отключается. Все съемные детали можно мыть в посудомоечной машине. В комплект входит щетка для чистки.